Привет, друзья! Меня зовут Игорь Геллер, строительная компания «Серьезное дело». Сегодня 1 октября, Сочи. У нас по-прежнему тепло, и мы по-прежнему продолжаем полным ходом строить коттеджный поселок Скейпс. Лучший коттеджный поселок в Сочи. На этом участке пока ездит каток, а я расскажу, что происходит на нашем участке строительства. Там, где красивые ребята в касках, в жилетках. Что мы сделали за время, прошедшее с нашего последнего обзора. Залили, загидроизолировали все ростверки, закрыли их после этого мембраной плантер. После этого выполнили обратную засыпку с послойным уплотнением всей этой территории. При уплотнении у нас есть проектный коэффициент 0,92. Мы добились среднего коэффициента уплотнения 0,93-0,95. Сейчас покажу, как выглядел сам процесс измерения коэффициента уплотнения. Очень интересно он выглядел. И заодно покажу самый прикольный комментарий, который прилетел после того, как я выложил этот процесс в сторис и в телеграме. Кстати, если вы не подписаны на телеграм-канал, подписывайтесь, потому что там тоже много интересного. Также выполнили подбетонку под будущие стены. Вот она. И сейчас мы ее загидроизолировали. Там уже начали возводить стены. Здесь пока просто гидроизоляция уложена. Конкретно в этом месте у нас выполнено армирование перекрытия под техпомещением бассейна. Вот это непосредственно стены будущего бассейна. Чуть дальше это стены террасы и техпомещения. То есть это еще даже не дом, это пока только стены бассейна. Арматура здесь 12-я, шаг 200 на 200 клетки, все как положено, все по проекту. Сегодняшнее видео достаточно короткое, но стены возводятся, еще 4 участка, ведутся земляные работы, стройка кипит, работа идет. До следующих встреч!